Что это, батюшка, у тебя свечи-то все время горят? Потушил бы, ненароком пожар наделаешь. Пока я жив, пожара не будет. А когда умру, тогда по пожару, о том узнаете. Всякий день приходите к Серафиму на могилку, как живому приходите. Я вас не оставлю. Из Волгограда мы. Мне мама про батюшку Серафим рассказывала. У меня вот и иконка его есть. О чем бы ты хотел святого Серафима попросить? Чтобы мама с папой не болели. И чтобы мы с братом и им Сашкой драться перестали. А то, говорят, беда с нами. А мы с Украины до батюшки приехали. И в храме были, и на источнике купалися. Допереча до дому. Болел я очень, думал, помру. Да вот тут у мощей преподобного исцелился. Как и предсказал Серафим, стало Дивеево святым местом на земле русской, уделом Пресвятой Богородицы. Приходят сюда все новые и новые сестры, посвящая жизнь свою служению Богу и людям. Едут паломники поклониться преподобному Серафиму. Батюшка, свет.